Хей, окей, с вами Шимки, мы продолжаем пройдить игру по названию Мистер Натс. И это у нас, так сказать, какие-то там деревья. Здесь у нас враги, это... да я уже... А, у меня орехи забрали. Ай-яй-яй. Ту-ту-ту-ту. Вот эти маленькие враги, это такая жопа боль. Фиг вспомнишь, было там что-то такое, что мне нужно. О, да, тут есть покатушка. Были ли тут коньки? Вот я этого вот не могу вспомнить. Ну, видите, просто в начале уровня куда-то лезу наверх самый. Тупая птица. Ой, стой, я забыл сохранить. Да, я забыл засейвиться. А вы думаете сейчас, а, так как это как-то тут легко. Просто куда-то едешь. А нихера, ребят. Ладно. Приключенческий парк. Понимаю. Глупое управление, неудобное. Глупое, неудобное управление. Готово. Тупой ворон. Вот единственное, чего я ненавидел в этой игре, это этих воронов. Ну, это даже не ворон, это... Это ж... Птички. Чем быстрее от него бегу, тем лучше. Она преследует меня. И видите, на нее тяжело запрыгнуть даже. Я на него прыгнул. Алло. Ладно, поехали. А враги же у нас заново шпейб... А не, если их убить, они шпейбают заново, точно. А нет. Стоп, а как мне теперь? Понимаю. Ну ладно. Понимаем. Бежим на пролом. Понимаете, дело в том, что я говорю, все дело в управлении, типа. Да как он меня зацепил? Вы понимаете, я 4 минуты борюсь с одним уровнем. Четыре минуты.
Да, в принципе, мне почему-то все равно это не помогло. Ну, я о том, что когда я сражался с пауком. Я что, виноват? И главное, он, понимаете, преследует меня, этот Морвей сраный меня преследует. Что я ему сделал? Вот так. Я ж, кажется, из-за этого, да, тогда упал? Мне кажется, с этого уже уровня у меня начались проблемы с игрой. Ну, там есть прикольные уровни, типа. Интересные. Я думаю, вы потом с ними ознакомитесь. Секретный есть, да, здесь тоже дупло. Так, это я не помню. Скрин. А, херовина, на которой нельзя наступать, гусенички. Ну, в принципе, да. Я не помню, там либо включ... А, вот оно. Так, у меня же до хера монет. Ну ладно. Ну и ладно. Рисковать. Вот куда мне прыгать? А, ну в принципе. Наделаешь столько всего, а потом не знаешь, куда идти. Че кнопку включил, вот, допустим. А, все увидел. Для этого? Я еще дамаг получил. Парк 2. Из 5. Ну, 5 это босс, ладно. Поехали. Если не ошибаюсь, в дереве должен быть значок стрелочки. Поехали, куда я приеду. Ну да. Вот видите, он улетает. Мне это бесит. Почему он улетает? А, так это мне
Просто хпшку дает, оказывается. Везде черепа. Но это единственный натиск. Я еще просрал хп. Adventure's Park. Помните, здесь какая-то жестокая была территория. Ох, это там, где цепляться надо. Странные бабочки. Потом думаешь, почему бабочки тебе урон наносят? Что они недружелюбные. Я знал. Я это знал. Пошел вон. Надо сейвиться, потому что, блин, я не знаю, ну это жесткие игры. Детские игры всегда были тяжелые. Хочешь ты этого или нет? Так. Вот что я открыл? Вот. И вы думаете, я помню? Я не помню. Тут что, еще такие были уровни, где обязательно нужно кнопки нажимать? Вам по-любому туда идти надо. Пошел ты в жопу. Ну и ты пошел в жопу. И ты пошел в жопу. И вы пошли. Подожди, а где включатель? Знаете, вот в том и проблема, что я не знаю, куда мне идти. Какого черта? Спасибо. Какого черта? Ненавижу эту игру. Сейчас кто-то скажет, и что это такого, ну, получил урон. Да, получил. Но я с этого говорю, потому что это не я в этом виноват. Какого черта она сейчас на меня летит? Я что, ее трогаю? Я к ней даже вообще не подходил. Ладно, сейчас помог из-за моей ошибки это произойти. И сраку. Ага, видели? Она уже взлететь хотела. А я и видел. Он скользит постоянно. Ну какого черта?
Ну, куда мне идти? Кстати, я по факту пришел просто назад. Вы думаете, я помню, куда надо идти? Наивные. Наивные людишки. Ну хотя, возможно, да, он на другой стороне. А, нет, здесь орехи просто. Хотя... Ненавижу. Вот это самая такая локация бесящая. Эти деревья, ты не понимаешь, куда идти, а потом еще будут жестче. Вы думаете, я просто сейчас страдаю, вот это говорю все вам. А дальше еще хуже. Ну вот какого? Вот скажите, ну какого? Я что? Зацепиться не мог, не понимаю. Не, зато я здесь монет нафармил. До хера просто. Сдохни, тварь. Ага, сосать. Бегом. Только вопрос, с какой целью сюда пришел? А. Кнопка обнаружена. Я смотрю, где враги. Наконец-то. И полгода не прошло на самом деле. О! Мама ежиха. Оп. Плюс монетки. Бац. Спасибо. 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 А, тупая птица! Серьезно? А. Сори, народ, походу слетел. Сейчас дойдут до этого момента, продолжим. Так, если не ошибаюсь, я до сюда, да, дошел. Кажется, да. Я, получается, сюда дошел. А, ладно, я уже на верхний запрыгну, хотя... Да, я до сюда дошел и все. Короче, насобирал я себе коньки-шек, хп-шек. Главное просто не сдыхать. Вовремя использовать. Вот это, если что, контишки, ребят. Так выглядит.
Я в прошлом уровне, если не ошибаюсь, одну уже нашел. Надо сохраниться. Ничего, это была моя вина, в принципе. Поэтому я и упал. Вот это была не моя ошибка. Ну ладно, я сохранюсь, так уж и быть. О, ключ. А ключ это... Вот. Меня поджидали. Я что, виноват, что меня там поджидали? Давайте с разбега. Фух. Пронесло. А, это босс. Яга. Когда она летит в одну сторону, лучше лететь в другую сторону. Вот здесь лучше стоять под ней. Бля, ладно. Не помню. Лучше не рисковать. Бля. Ладно. Бум. Ой, тихо, Костя. Ну, в принципе, вы тактику поняли, да, против нее? Она вообще не опасна. О, сколько монет, сколько контишек сейчас будет. Ни одной контишки? Ну, ладно, дали, ладно. Ну, хоть за это спасибо. На 69 прошел. Вот этот мне всегда уровень нравился. Вот самый любимый это будет после облаков. Living Room. Это... А, подожди, да, это оно. Ну что, ребята, давайте, думаю, на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока.